Всем привет, ребята! Подпишитесь на мой новый канал, ссылка будет в описании и в верхнем комментарии под видео. И это наша реакция на новый трек Софиана, новое видео. Привет, Франция. Tu vas fermer ta gueule, on va te faire un bijou. Il sait que je suis calibré, ton pote il fait ça bijou. On va lui prendre un mètre, et quand tu penses à me la mettre, je fais du salah. Блин, черно-белый. А где та вставка? Помнишь, там два чувака разговаривают? По-моему, первый клип его все не делал. Это простенький клип. Вот эта песня заводная. Впечатление, что они тачку обмывают. Пока нам там уходит. На руске заставляют цветные ставки. Огонь там ставили. Никому. Это Нинья. Когда-нибудь я тоже буду весь в Лакосте ходить. Гуччи. Реклама нового альбома. Видишь, там что-то афро. На груди что-то. Ну, тоже, наверное, это написано. Рекламирует. Кстати, смотри, в одном кадре машина, тут уже мотоцикл и потом все там. Короче, на факт показывает. Наверное, тут не команд, это означает типа факт. Круто все. Подвихнули такие. Друг друга похвалили, один с этим, с машиной, другой с этим. 26 января. Выйдет. Афрончиз. Ну, в общем, сами себя попиарили, молодцы. Такой какой-то простой. Круто. Клип ужас. Это, наверное, самый простой его клип, который я видел. Зато как ритмично и как все быстро в рекламных целях, да. Все везде надписи. Ты, смотри сюда, смотри сюда. Мы выпить и прорекламировать, и машину, и что там еще было? Байк? Да, квадроциклы. Байк, квадроциклы. Да. И сзади группа поддержки вся с надписями. Мне кажется, это не самый крутой трек с его альбома с будущего. Даже тот, мы уже делали на той неделе, по-моему, тоже на него. Если ты помнишь. Ты не помнишь. Помню. Ты не помнишь. Там, где он с бензопилой еще. Да, это я помню. Во дворе дома. Ну тот же получше клип был, песня была получше. А здесь кто-то такой, знаешь, типа... Ну, это, может, первая в альбоме, она такая, как бы... Не знаю. Рекламирует весь может этот быть. Альбом. Может. Да. Но эта песня больше, знаешь, типа как... Вот есть песня в альбоме значимая, а вот эта песня, ее просто, знаешь, для того, чтобы просто заполнить место, как будто ее сделали. Но как бы не... как бы одновременно заполнить место... Но с другой стороны, там, типа, все его три друга, они просто сделали песню вместе, типа, для альбома. Но она такой, знаешь, незначительная, кажется. Какая-то быстро, на одном дыхании. А мне кажется, она наоборот, идет первой, как затравка и как поддержка. Не раз эти друзья тут его, и везде все это самое, что-то, ну, как вот, у меня такое впечатление, что как в рекламных целях такое. Ну, вот. Может, но как... в альбоме, мне кажется, она не будет первой.
Может Пишите быть. В комментариях, как думаете, будет эта песня первая в альбоме или нет. Да. И с кем вы больше согласны, со мной или с мамой. И да. Да. Ставьте лайк, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, если вы новенький. И ссылка будет в описании на мой новый канал. Заходите, подписывайтесь, поддержите, наберем 1000 подписчиков. Привет, все. Франция. Салют, Франция. Je me rappelle si je me rappelle qu'il faut le faire. Fais la paix ce soir, faut une autre guerre. Pas nous pas de test, pas nous pas de test. Balayette, rafale dans le bas de caisse. Toi tu passes sous terre, c'est pas fini.